За что я люблю Беларусь? За то, что я родилась здесь, я выросла здесь, здесь все мои друзья, родные. Безусловно, Беларусь не стоит на месте, она процветает с каждым днем. Беларусь можно любить еще за то, что по легендам и поданиям ее называют страной цмоков. Раньше здесь проживали дивные существа. Это может сказать только о том, что Беларусь имеет свою богатую мифологию, которая интересна не только взрослым, но и детям. В Беларуси есть возможности для развития творческой молодежи, хотя бы вспомнить белорусскую неделю моды, Belarus Fashion Week, где молодые дизайнеры представляют свои коллекции не только на уровне белорусском, но и на международном уровне. Беларусь можно любить за то, что она подарила нам очень творческих, интересных людей, которые привнесли в нашу литературу интересные произведения. Вспомнить хотя бы Якуба Колоса, Янку Купала, которые описывали в своих стихотворениях красоту природы, любовь к своей родине. И этим нельзя не гордиться. В истории Беларуси очень много событий, которые нельзя оставить без внимания. Одно из событий я бы хотела упомянуть – это изготовление слуцких поясов. Еще в школьные времена учителя нам рассказывали о технологии изготовления данного предмета, насколько это был тяжелый труд. И сегодня это не только предмет национальной гордости, но и бренд, который известен не только на территории Беларуси, но и за ее пределами. В свое время слуцкий пояс стал предметом вдохновения. Так, например, белорусский поэт Максим Богданович написал свое стихотворение «Слуцкие ткачихи», которое на сегодняшний момент знает каждый школьник. Эта история, это важно знать, так она создается. И маленькой частичкой этой истории является слуцкий пояс.